Здравствуйте, дорогие друзья. 2 сентября и, как всегда, пятничный выпуск «Арены событий», посвященный обзору прессы. А поможет мне сегодня его провести Афанасий Агитович Егоров, заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия. Афанасий Агитович, здравствуйте. Добрый вечер. День. Большое спасибо, что пришли. Программу эту мы делаем, вот есть такое выражение, древних. Не для того, чтобы доказать, а для того, чтобы рассказать. Вот давайте попробуем обозреть таким образом, чтобы зрителю было интересно. Газета «Якутия». Начнем с нее. Четверг, толстушка, 1 сентября. На 14 странице об указах главы республики, которые иначе как августовскими уже не называют. Марина Колбасина, корреспондент газеты «Якутия», обратилась к исполняющему обязанности первого заместителя председателя правительства Юрию Куприянову за, собственно говоря, комментариями, да, по этому поводу. Первое, на что обратил внимание читатели газеты Юрий Степанович, это принцип открытости, который предлагает вовлечение в обсуждение основных задач людей и бизнеса. Вот что важно, подписав указы, глава взял на себя ответственность и определил параметры, которые лягут в основу стратегии развития для каждого улуса, города, жителя. Глава взял на себя ответственность. Мне это, в общем, симпатичная фраза такая. Ну, знаете, вот я сам участвовал немного в подготовке проекта стратегии 2030. Угу. Да, но это вот и сама стратегия, которая еще пока не принята, и вот эти указы, это же на самом деле задел на будущее. Безусловно. Да? Но опять же, на будущее нужно смотреть из дня сегодняшнего. И если мы посмотрим из сегодняшнего дня, вот в эти выходные я был в селе Тамтор Мегина Кангалаского улуса. Так. Так, на свадьбе племянника. Ну, буквально 2 минуты мы с главой наслега переговорили, Мироном Свинобоевым, там речь шла о том, чем им надо помочь по дальневосточному гектару. А в четверг открываю Саха-Сиря и понимаю, что был неправ. Надо было не 2 минуты разговаривать, а гораздо больше. Саха-Сиря, вчерашнее число, 1 сентября. Да, и тут большая такой вот полоса целая отдана как раз Тамтору. Да? Выясняется, что вот был у нас указ главы республики. Год нынешний был объявлен годом благоустройства. Правительство выделило соответствующее финансирование. Да? И вот этот маленький наслег, на самом деле он очень небольшой, там 500 человек населения, выиграл грант главы на благоустройство в сумме 4,5 миллиона рублей. Да. На эти деньги они нынче провели централизованное отопление в 56 домов. На эти деньги они сделали себе уличное освещение из светодиодных ламп, там 100 ламп закупили, сейчас вот там идут работы, освещение делают. На эти деньги они построили себе шикарную, новую совершенно спортивную площадку. Там они сейчас еще фельдшерско-акушерский пункт строят. На основе государственно-частного партнерства. То, о чем мы тоже много говорим, но то, чего вообще-то как-то мы не видим. Да? Строят детский садик, строят коровник. Да, вот. И вот это вот то, что есть на самом деле. И вот подобный же материал был в газете «Кым» на этой неделе. Да, это село Чакыр Амгинского улуса. Немного они там еще про это Кёль написали, Татчинский улус. Кто-то мне может сказать, что, дескать, это вот, ну, с одной стороны, вроде как информирование населения. Отчетность такая, да? Да. С другой стороны, можно сказать, что это пиар власти. Но на самом деле, вот, учитывая нашу ментальность, я хочу сказать, что тут... Я всегда хочу, чтобы такие материалы были по одной простой причине. Вот рядом с Тамтором есть Техтюр. Такой же наслег, чуть крупнее. Да? И вот если жители Техтюра сейчас прочитают эту статью про Тамтор, да, их же закусит. Глаз Они же скажут, да, мы тоже хотим так же. Понимаете? И вот эта вот цепочка, как вот круги на воде. Пойдет. Вот, и я считаю, что на самом деле вот в этом одна из важнейших функций наших газет. Всех, без исключения. Ну, собственно говоря, здорово вы такую параллель с указами сделали. Указы направлены на повышение качества жизни якутян, республики.
настоящее будущее, повышение качества жизни не да. завтра, а сегодня. Вот оно. Да, процесс да. уже идет. Процесс идет. Да, замечательно совершенно. А там же газета «Якутия», обращаю внимание на следующий уже материал. Страница 13, четверг, 1 сентября. 22 инвестиционных проекта на общую сумму 650 миллиардов рублей представит Якутия на втором Восточном экономическом форуме, который стартует во Владивостоке. Ну, собственно говоря, сегодня 2 сентября, он уже стартовал. На четырех площадках выступит глава региона, глава Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов. Цитата. «Все проекты очень разные. Каждый имеет свой жизненный цикл. Одни находятся на этапе проработки, другие в стадии первичной реализации. В основном это проекты в сфере транспорта, строительства моста через Лену, топливной промышленности, туризма, сельского хозяйства, недвижимости, судостроения, горнодобывающей. Среди них есть и проект в сфере высоких технологий, строительства IT-парка». Это цитата из интервью заместителя министра экономики Республики Евгения Чекина. Ну, вот, что вам ближе из этого перечня 22 так, инвестпроектов? Возвращаясь к теме Тамтора, да? Да. Это же Заречье. Заречье. Я, чтобы добраться из Якутска, вот стартовав из своего дома, чтобы добраться на противоположный берег, я в эту субботу потратил почти 2 часа. Угу. Хочу мост. Хочу мост. Да кто же не хочет-то, собственно говоря. Но давайте перейдем без политики никуда к выборам 2016 года. Давайте я сделаю небольшую вводную часть, а потом пообсуждаем. Да, на сей предмет. Значит, сразу несколько газет. Саха-Сирэ, пятница, сегодняшнее число, свою публикацию делает. Сейчас я остановлюсь чуть-чуть, может быть, поподробнее. «Криминальная Якутия», вторая полоса, под заголовком «Андрей Борисов восстановлен в качестве кандидата в депутаты Госдумы». И Якутия, четверг, вчерашнее число, на 28-й странице, там тот материал, достаточно большой, на котором я уже вчера останавливался в арене событий, где даны такие характеристики действиям тех партий, которые принимают участие в этих выборах, которые выдвинули своих кандидатов-одномандатников. Ну вот, давайте я, наверное, Саха-Сирэ процитирую. «Избирательная кампания. В соответствии с законом газета «Саха-Сирэ» опубликовала информацию о жалобе на нарушение избирательного законодательства в агитационных материалах кандидата от «Справедливой России» Федота Тумусова. Это цитата, в конце концов. Заявитель газеты утверждает, что кандидат в депутаты Государственной Думы, распространяя информацию о его выдвижении Общероссийским народным фронтом и поддержке его президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, вводит избирателей Республики Саха в заблуждение. ЦИК Республики принял решение передать это заявление в прокуратуру Якутии. А еще вчера, кстати говоря, вот для того, чтобы как-то дать такой толчок нашему обсуждению, небольшому, а еще вчера в арене событий я коснулся такой темы, как, в общем, общая такая невразительность предвыборной кампании. Я беру в целом срез по стране, на самом деле, и если я даже приводил примеры рекламных слоганов различных партий, выдвиженцев и так далее. Настолько это все, знаете, все за все хорошее и против всего плохого. Вы согласны? Абсолютно согласен. Вот, если честно, я просто свое мнение говорю. Да. Я их партии делю на несколько рангов. Да? Вот есть старые, устаканившиеся, давно известные нам партии. Это КПРФ, ЛДПР, там, те же ССР. Да? Да. По сути, если посмотрим на их предвыборные агитационные материалы, там ничего нового. Все, как было ориентировочно, 2006, может быть, 96-й год. Да? Может, 96, а может, 93-м, да. Все одно по одному. Ничего новенького, они ничем не удивляют, и, в принципе, уже этим не интересно. Угу. Мне было интересно посмотреть на молодежь, которая сегодня вышла. Это те же зеленые, та же гражданская платформа, но они тоже разочаровывают. Угу. У них там есть, билетристика чисто политического. Каких-то новых идей, каких-то новых мыслей, нету ничего. Они, к сожалению, есть старый ряд партий, они просто в него встроились. И они ничем не удивляют, соответственно, не привлекают внимания. А тогда спрошу, а был бы Андрей Савич?
Вот я хотел как раз про это сказать, что единственное, чем сегодня интересна нынешняя выборная кампания, это вот большими и малыми скандалами, и самое главное, это вот, конечно, противостояние Андрея Савича и эсеров, да? Да. Называя вещи своими именами. Да, да, да. И я хочу сказать, вот знаете, вот я же не зря говорил про то, что вот я участвовал в разработке стратегии 2030, и здесь есть такой момент. Есть, это очень хорошая вещь, то есть у нас, мы стоим на пороге нового технологического уклада, он уже получил свое название «умная экономика». Угу. Да, вещь великолепная, мы в этом направлении двигаемся, я надеюсь, что мы не отстанем, потому что, опять же, вот на том же Восточном экономическом форуме там речь идет о проектах в IT-технологии. Да, в том числе. Да? Там идет речь, то есть мы в этом направлении движемся, мы не отстаем от других. Очень хорошо тот же самый Анатолий Семенов раскрутился с технопарком. Там, ну, много примеров. Там Майтона та же. Но дело в том, что этот новый технологический уклад, он несет очень такую внутри потенциальную угрозу. Угроза А. Атомизации общества, потому что не будет необходимости это сильно общаться друг с другом непосредственно. Когда есть... Мы уже, кстати... Используем активно тот же WhatsApp, угу. Да, кто-то использует Skype, что угодно. То есть дистанционное общение у нас все больше и больше и больше. Чем дальше, оно будет больше. Так? Из-за этого возникает угроза атомизации общества. Еще хуже проблема. Будет нарастать вот та глобальная угроза, про которую Егор Афанасьевич еще в 2010-м говорил, когда только вступил на должность президента. Это... утеря национальной идентичности. У нас остается меньше минуты. Афанасий Сергеевич, надо завершать программу. Давайте сделаем такие два. Я анонсирую просто две темы еще. Время пролетело незаметно, ей-богу, да? Ну, во-первых, в ТИКСе 8 сентября ожидается визит патриарха Московского и всея Руси. И во-вторых, газета «Жизнь Якутии». Рубрика «Гость недели». 6-я, 7-я, 8-я страница. По материалам ТАСС. Огромное интервью с главой республики Егором Афанасьевичем Борисовым. Не пропустите его. Это надо читать. Оно, безусловно, интересно и значимо, и важно. Давайте прощаться с нашим зрителем. Это была «Арена событий». Всего вам доброго. До следующей недели. До свидания.